А что у нас будет, если Пудж плюс Котл? Давай влево. Да. Нет, вверх, 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 вверх. Ох! Хорош! Я еще не тупо вверх, а лево вверх кинул, дядь. Вот потма. Вот так вот. Ой, вообще рядом. А ты что? Ну, кстати, я могу умереть сейчас. Ну да. Слушай, сильный. А, у меня еще и клок заходил, оказывается, я все равно сдох. 3, 4. Крипа на базу отправили. И пока что только крипа. 3 сюда. О! Есть! На базу! Хорош! Ну что, всем привет, друзья, с вами Якс и Нас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что у нас будет, если Пудж плюс Котл? Получится ли у нас сегодня отправлять кого-нибудь на колодец? И сегодня мне, конечно же, будет помогать Антонио! Ворвался чисто с ноги в микрофон. Короче, Антоха у нас сегодня садится на Котла, и мы сегодня будем... бегать на пуджике, да, на пуджике будем бегать, на котле. Антоха, я на пуджике, у нас уже баратрум, алхимики, все есть. У нас, кстати, еще один подписчик сел на алхимика для того, чтобы сделать аганим котлу ферстом. Иди, это слышишь, бара, иди, топ, не занят. Знаешь, что сделаем? Сделаем по саппорте этому чувачку. Я думаю, нормально будет. Пусть он аганим тебе запулит, чтобы ТП-шку тебе, как говорится, сделать, чтобы форма не кдэшилась дополнительно. Ну и можно будет двигаться как-то, будет по кайфу. Вот. Поэтому, ребят, вот такой вот у нас расклад по игре. Сегодня будем пытаться делать невозможное. На самом деле, очень тяжелая задача. Ну, просто пофаниться. Фигня, всегда легко. А вот сделать что-то такое очень лютое и поотправлять оппонентов на колодец, это вот очень-очень круто и довольно-таки... непросто. Поэтому, ребятки, обязательно поставьте лайк за старание. Подпишитесь на YouTube канал, не забывайте поддерживать ТГшку. Там идет у нас всегда лайв. Также там вы можете узнать по поводу каких-либо видосиков, то есть расписание и все тому подобное. Залетайте, буду рад. Спасибо всем за поддержку. Ну и давайте приступим. Давайте приступим. Сегодня у нас дед на коне. Вот такой вот. Красивый. Крылат будет кричать. Дэнди! 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 Ты куда побежал, мужчина с копьем? Так и будет, брат. Да! Там Хускар офигенная цель для того, чтобы под колодец и тиник. Почему? Потому что у них армора нету. Пара! Мини руны, бер! Есть песть. О, понял. Вот так надо просить. Вот так надо просить, понял? Есть песть. Так старался. Писал по... со всеми знаками. Там, знаешь, пожалуйста, уважаемый, дайте, пожалуйста, руну. Нет, просто пара, руна, бер, все. Я все, не понял, что ты пишешь. Вот так вот, пацаны, всем респект. Вот так вот и надо. Смотри, смотри, клацает. Типа, ты разгон дай на котле, чё стоишь? А чё, это ппшку можно сделать? Беги, беги! О, бежит! Бежит! Прогоп, про этот, прогиб. Прогиб, кидай прогиб. Прогиб, спасибо. Проход. Проход. Осуждаю максимально продолжение того, что ты мог сказать. Ладно, поехали. Я дальше не смотрел. Все, а, ты выключал на том моменте, потому что тебе неприятно было. Чтобы не слушать эти плохие слова, я же не так. Все, я тебя понял, дай бог здоровья. Поехали. У меня тут драка за крипиев на миду. Профессиональные тинитуны. Тайни Тунс. Тайни Тунс. Мультик такой был. Мультик был. Называется. Слил на пуджамид. И ливнул. Нормально, дядь. А, мой любимый. И мой любимый мультик. Тиника не люблю на миду. Да ты чё? Дай тебе чампаланкс дам. Чё там? Пидит у нас уже, да, алхимик? Он старается. Ух ты!
Кини накидал камней, щебня. Что за игроки? Что там происходит? Да, блин, это вот реально просто, если объяснять долго, надо... Все понял. Если не впадло будет, посмотрю реплей. Посмотри, посмотри. Интересно, что же там произошло? Эй, камамбер. Он меня убьет с прокаста нафиг. Свинота. Пока апаемся. Так, куриная ножка полетела на топ. Да. Сейчас немножко хп надо ему подслить, подрегенимся. А мне забрать кузу у всех, кроме тебя? Оставь алхимику. Сейчас, вот сейчас начнется. Эй, зачем куру забрал? Куря, фит. Зачем забрал? Я фит. Мне тут все, я свой транквил набил. Что это тут? Батлышка летит ему. Понял. Ай, жесть. Ух, какая печаночка. А с транквила придет? Не знаю, мне кажется, я Тиника не убью. В любом случае, если я его подхукаю или что-то еще, либо он прокаста даст, либо он попытается меня тупо откинуть. Я сейчас попробую побычиться. У него фулл мана. Прокаст надо принять. Но лучше на пятом уже. Лучше же на пятом. Просто подамажим с ДДшечкой. Все, ДД пропало. Окей. Плаку куплю, наверное. Фига ты там тушишь. Ты че, мощь? Не надо, ой, хорош. Крытый потенциал котла. Да, сейчас с руки дамажить. Ну а что, моб может собрать? Моб, молнии какие-то. Не-не-не-не-не-не-не-не. Наша главная задача здесь это фановые ксуки. Вот это уже очень плохо. Мейнкора гангает, дядь. Все, понял. Прилетает фантом, мне дается прокаст и все, и дальше я улетаю в таверну. Отлично. Это он после смерти прилетел. Да, пофиг. Все равно стоишь с Тиником. 1000 хп, 1000000 прокаста. Лебаланс. Ничего страшного. Это все камбуцкнется. Бара, конечно, мог прибежать, там попытаться что-то сделать, но не суть. Главное, фантом прилетел, убили. Ты какой профессионал, смотри, еще отворачивается от хуков. Все, я тебя понял, дядь. Если банальная тактика не прокатывает, туда будем иметь понимание, что там не дефолтный дурачок какой-то. Мы с ним немножко по-другому поговорим. Я батлыжечку. А ты что? Ну, кстати, я могу умереть сейчас. Ну да. Слушай, сильный... А, у меня еще и клок заходил, оказывается, я все равно сдох бы. Ничего себе. Слушай, какой-то профи на пульт на этом. Вообще, короче, на я могу у тебя на миди под это просто сидеть, а бара будет на то. Да нет, там еще... Смотри. Да я справлюсь. Я попробую задуть. Да, попробуй. Это бара уже. Бара бежит. Да меня прям в миду хорошо тут прессингуют. Кини, в принципе, и сам справлялся бы. Смотри, куда бежит прям. Бам! Ух ты. Не, ну вот тут понятно, короче. Все мне ясно. Жесть, у меня даже 6-го левела нету. Мне, конечно, очень сильно поднасрало. Прошлое, смерть. Жесть. Чей клок обходил со спины, прикинь. Задушивает, клок-сакер. Пацаны. Клок. Клок-сакер. Ай, жесть. А где клок сейчас? Вот не видно его. Че у него? 4-й левел, в принципе. Пофиг. Эй, мне нужен клак, дядь. Смотри, опять фантом прилетел зачем-то. Куда он? Ко мне, что ли, да? Ну, короче, фантом тоже тут. Блин, ну я его хукану, я сдохну с прокаста. 1000 хп там. Я вижу. Мне надо сначала зарядить под твой этот хук. Да понятно, я его не убиваю все равно. И что делать? Они просто за мной бегут. Я лучше клаку подфармлю. Боже, отвали от меня. Бежит просто, да? Он вот отсюда бежал за мной все время.
Есть? Ага. Ну, я вряд ли тут попаду. Я не попаду. Даже пробовать не буду. Мари, могу зарядить, если попадет. Да тут они будут стоять вдвоем, дядь. Я понимаю, но я тебе попробую помочь. Да я с прокаста умру просто. Там 7-й левел, 1 000 000 дэмэджа. Я попробую, просто дай мне левел поапать и все. Все нормально. Я не ты. Левел клака. Все нормально будет. Я на топ сбегаю пока. Давай. Что они прям так на мид злостно обиделись, что... Не знаю. Фантом в миду живет. Ну типа видят, что пуджа можно убивать. В этом, наверное, прикол. Так, ну я, в принципе, готов что-то пробежаться. Куда-то пробежаться. Давай на топ пойду, на низ не пойду. Против двоих-троих драться не кайф. Лака есть, погнали. Next батлышку попробуем сделать. Батлышку. Пинг. Nice. Можно сейчас вот сюда пойти. Гоу, я приму прокаст, он мне ничего не нанесет уже. Маены, если что, дашь? Маены. По блютусу позвони. Хорошо. Ну, в принципе, о чем я и говорю. Чел, если будет пытаться, да? Блин. Ну нет, дядь, все равно убью тебя. Все равно, дядь, тебя убью. Переиграно называется, да? Так, у меня мана нет. Чё? Нормально, нормально, все. Спасибо за помощь. Тут есть. Другое дело. И это другое дело. Так, у тебя же, по идее, уже скоро будет форма, да? Я только ее завезу. 5 секунд. Угу. О, Аганим, давай с Аганимом уже будем действовать. Пока сейчас не будем трогать тогда. Ух, ару какая. Не надо, дядя. Не надо, дядя. Хорошо. Опять тут фантом. Фантом робит. Импакт. Ну я могу... прилететь. Но я пока ниже. Если еще кого-нибудь увижу, я полечу. Я лечу. Я вижу. Проблемы у вас тут имеются, товарищи. Четверо. Фантом тут настоящий. Я убиваю. Блин, бара мне опять будет... Ну, он не дает мне хукануть на баре. Я его не понимаю вообще. Меня потма просто с ДД натыкала. Я, короче, пока пытаюсь хукануть, меня потма дамажит. Я прогуливаю, что хп у меня улетают уже. А он не дает мне на баре хукануть. Он просто бежит. Я ж могу забрать сразу. Да ему все равно. Он да это... понятное дело. Куамбара, понимаешь? Понятно, короче. Ладно, зря я ТП дал. Не знаю, надо разыгрываться. Но игра интереснее будет за эти ошибки. Будет намного интереснее. То есть я что-то не думал, что Патма меня так натыкает. Так, это есть. Вот так, погнали. Фантом, конечно, в лейте будет опасен. Ну, этот фантом, наверное, даже в лейт не выйдет. Думаешь? Ну, судя по тому, что я вообще не отыгрываю свою позицию сейчас, то... Не знаю. О, найс. Ну, четверо их, дядь. А, у них устарый что был. Да. Да хукани-то, ё-моё. Что у меня с кнопкой? Но в любом случае, возможно, еще одну сыграем. В эту катку сыграем как тестовую, потому что их четверо, ну, неинтересно. Да, будет. Давай. Сыграем еще одну. Так что, ребят, готовимся. Будет еще одна катка. Что мне не нравится начало, тем, что как-то ватно все. Честно, какая-то вата такая, вот отвечаю. Так, вот это я сделал. Какая-то вата. Но мы пока еще не комбинили. Нам нужен Аганим. Но это желательно. Так-то мы и так можем нажимать кнопки.
Но желательно гоним. Ага, нифига себе там. Пукаешь? Нет, понял. У меня глиммер есть. Хорошо. Что этот знак бы фантом делает? Ладно, я клока покушаю. Вроде он тоже съедобный. Фантом, знаешь, что так? Хорош. Пытается, знаешь, смотри, там тини, по-моему, идет, да? Вот тут инвиз. Мунлайт зажегся. Ага. Да, вот тут бежит. Тут. Я куру себе отдельно купил. Закроешь свою? Только этому оставь там. Алхимику. Я сейчас зарегенюсь, и можно двигаться. Я могу тебе глиммер кинуть, ты можешь... Даггер тини хоста. Понял. Че, в глиммере зайти и укусить? Да, да. Так она ж прыгнет. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Гоу, кидай. Давай, я кидаю и заряжаю. Хорошо, давай. И прилетает ей. Прыжочки в таком. Отчаянный прыжок называется. Прыжок нет. Так, алхимику там не дают вообще ничего. Что, ксили? Какие ксили, дядь? Вот это я понимаю, дота урода. Дота урода. Дода урода. Почему? 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 Вон у нас про... О, нет. Ты решил, короче, тупо 1-3, да, задувку делать? Да. Так, обсервер есть. Обсервер есть. Эх. Забыл про профессионал гейминг. Ну, сорян. Я не могу парт это туда пойти поставить. Хорошо. Подожди, дядь. Да ты чё? Слушай, супер сильный какой-то герой у него. Блин, я бы вард поставил, но я не могу, в паке нет. Да я сам, я хочу пройти туда, у меня есть вард. Ну да. Не могу. Они, ну, они вчетвером играют, и они вот в эту территорию заняли. Они внизу чаще всего ходят. Но у нас будет проблема с фантомом, когда он сделает диффуз. Я вообще не это, ничего не беру, не фармлю, тупо фижу и все. Ну хотя не так, как алхимик 0.5.0. И то хорошо. Тини где-то по лесу, вот здесь вот, по-любому, с клоком. У нас еще ЦМ-ка есть. А, понял. Я не знаю, как он тут меня увидел, я вообще вот здесь ходил. У него что, вард тут, что ли? Ну, там может быть не только вард, там может быть какой-нибудь третий глаз, не забывай об этом. А-а-а, всевидящее око. Да. Руманов. Так что не забывай, дядь. Там может быть еще и такой расклад. Но скорее всего ХГ вард тут стоит. Я так думаю. А, стоит этот вард. На миду стоит по-любому, потому что не дает хукай. Ладно, побежал я на низ. Эй, найс, хукают ЦМ. Ходить не буду. Да блин! Ко мне выкинуло его. Ой, бро. Я бегу, но чуть далековато. Нормально. Я тебе глиммер дам. Глиммер даешь? Хорош. То, что нужно. Не надо, дядя. Ой, хорош. Как глиммер будет? Секунда. Угу. Не, подожди, еще вот. Две. Стоит, втухает, как будто байтит, да?
Но ему ГГ в любом случае. Там Тини 20 секунд трес. У меня маны нет уже. Я тебе скоро завелю 5 секунд. Все, не, на базу. Хватит. Достаточно. Достаточно. Пойдет, неплохо. Силу апнули, кого-то забрали, там забрали. Уже хорошо. Уже хорошо. Так, нам нужно вообще желательно... Блин. Вот как делать, да? Никого ж на карте нету. Минус одна цель. Смотри, профессионал дота идет. Опа, дядь. Получается, нет тебя. Добиваем, отходим. Ага, найс. Там у меня не работает. Пробельчик не работает, дядь. Чувачок тут будет сейчас на клоке, он пойди здесь. Ну да, стоит там. Давай попробуем. У меня нет глиммера. Вообще мана нет. Ё-моё. Вообще пустой. Все, я понял. А уж ты клокер. Блин, я все хочу попробовать хукануть, ё-моё. 30 секунд реса. Долго. Алхимик, когда там к 70-й минуте сделает аганим? Есть аганим, слышишь? Сейчас хотя бы будем пробовать. Наконец-то фанится эту тему делать. Очень грязная игра тем, что... Блин, плохо, что их... Что их четверо. Они быстрее будут одеваться, плюс меньше целей на то, чтобы попытаться сделать контенту. Так, сколько у тебя там делей сейчас? 4 секунды, да? Рекола. Хорошо. 4 секунды рекола. И фантом с диффузой. Ну, конечно, 1 на 9 просто бежит, ему пофиг. Он там, Тиник. Или кто-то был, дядь. Фатма, вот тут. Фатма? Рекольнишь меня? А, ну... Подожди. Но тут не получится уже. Я просто так, чтобы ты пришел. Чтобы ты пришел. 4 секунды рекола, да? Хорошо. Да, я знаю, что ты софтер, дядь. Я был. Да ты что, мой сладенький? Да ты что? Ну я жирный, в принципе. Глиммер. Бару хуканул. Когда глиммер кидаешь, короче, у меня не работает двойка. Не дамажит. А, точно, точно, точно. Так, 4 секунды, да, рекола? Блин, надо... Ой, ты посмотри на это. Да, 4. Вот я не я, если б ни разу не поймал стрелу, вот, ну реально. Вот отсюда вообще такая невзначай прилетела дерьмина, а. Вот какашка. Да, первая да, катка не максимально мара. Неудачная. Жесть. ЦМ-ка пошла гулять. Чувак на ЦМ-ке вообще, конечно, забавно. Так, окей. Ну это вообще ропу. Ой, бро. Так, и чё? Кого? Это всё, конечно, хорошо. Но игра хардовая. Профи. На тиниках. Подмаз какой-то молнии. Аганим купился? Да просто даггер аганим. Просто хочу даггера гонить. Так, смотри, я тебе дам вот эту штуку. Чё, куда делась? Какая? Барт я должен был дать тебе. Дал? Все, хорошо. Так, окей, чё там у тебя на миду? Разборка. Это разборка. 4 секунды рекола, надо отсчитывать просто. Давай, сумонь, да, давай. Давай. Блин, там это. Я не могу 4 секунды, вот 5 секунд и 3 секунды нормальный тайминг. Но 4 секунды это настолько кривой тайминг, который мне вообще как-то отчитывать не это. Не камильфо, отвечаю.
Ну ладно, будем пытаться с этими. Вау. Четырьмя секундами. Ага, меня тут. Да хукани ты, ё-моё. Найс. У меня персонаж не хукал с первого раза. Я тебя порегеню чуть. Так, сделаем. Пойдем вон там. Тини где-то бродит. Потом его укусим. Опять сейчас не смог направить. Даю. Тини идет. Вот же. Только хочу дагер, да, прыгнуть. Только хочу дагер прыгнуть. Не дает. Пойду руну возьму. Хорошо. Так. Окей. На низу суета. На низу суета. Я на базу ТП делаю. Будем делать? Да, давай попробовать. Yeah. Мы же зашли пробовать, в конце концов. Давай, Риколь. Я прям в наглую. Давай. Раз, два, три, четыре. Крипа на базу отправили. Пока что только крипа. Окей, ну уже что-то. Хорошо. Там, блин, так тяжело. Я стараюсь на тайминге сосредоточенным быть, потому что тут 4 секунды рекола с 3 секундами рекола намного легче. И плюс, когда ты идешь, да, то есть мне непонятно, куда мне хукать. То есть мы же должны видеть, понимать. Ух ты, тебя что? Не видят, а? Таверну отправили тебя, дядь, да? Печалька. Я ухожу, чтобы, блин, ладно, я буду делать от телепортов это, короче. Да, вот что они постоянно вот такие позиции находят, что они сами вырываются. Неужели все время варты? Ну, возможно, возможно. Конечно, не факт. Да хорош ты, дядя. Хорошо. Как я хорошо ему чапалаху дал. С дабл дамагой. Алхимик пришел. Ай-яй-яй. Я пойду дальше. Они уже спустились. Че, ты там уже есть на месте? Же есть? Я на миде. Я тут кое-что проверю только сейчас. Варды. Давай. Давай. Я не знаю, делать не аганим или нет. Не было тут ничего. Очень странно. Может, ракета клоков висит. Ну, лежала. Долго. Кто знает его. Так, я предлагаю что-нибудь забрать, и я полечу на базу и хукаем. Что-нибудь такое сделать, какую-нибудь суету. Потом. Я сейчас варт на ХГ поставлю. Хорошо. Поставь. Что, думаю, происходит? Чего он уходит? Здесь подождем сейчас? А, вон он. А чё бегает? Че, вард стоит, что ли, здесь? Зачем так мансит, я не понимаю. Лол. Нету варда, а почему он манс? Никого на карте нет. Классика. Когда зашли поиграть, попытаться похукать на колодец. Да, я под, все под колодцем. Да. Наверное, к алхимику пойду, думаешь, да? Не, смотри, вон выходят. Они там стояли, ждали, пока мы уйдем. То есть, ты понимаешь? Фантом, он, смотри, пошел снимать вар. Что происходит? Что происходит? Говорю, что-то неладное. И смотри. Найс. Ну что, против трехглазых играем, что ли? Что за хрень какая-то? Какой-то кринж, а не дота. Какой-то кринж. Пойдем туда. Сзади, сзади, сзади. Заказ ума, да. Хорош. Дальше идем? Да, наверное. Тут тиник, смотри, под ногами.
Вот этот настоящий. Я вот в центре вот. Ну, а вот и он. У меня нет этого глимера. Да че я так в стане стою? Стою в стане. Жесть. Мне ару залетело, что ли? Даже эффект как будто не было. Да, да. Ой, прямая хучанская. Да ты что? Жесть. Прямая хучанская. Ну пойдет. Пойдет. Став очка. Ну, встав очку. Ты понял, как лучше хукать? Смотри. А, вот мне легче понимать позицион, когда персонаж будет стоять вот крип, да? Видишь, дед стоит, бьет тавер. Вот вот так будет проще хукануть. То есть хук в бок. Или вверх, или вниз. И чтобы прямо не вот, вот туда. Да, нет, то есть тебе... чуть левее, либо правее. Да, тебе нужно будет становиться просто либо ровно, ну, чтобы я вверх хукал, либо... Ну. Я стараюсь, но, блин, они, видишь, они сами-то тоже не стоят на месте. Понятное мне дело. Приходится самому передвигать. Понимаю, дядь. Вот тут в этом-то и сложность, что тут нужно именно... Ну, типа, чем больше попыток, тем лучше. Типа, мы же просто пробуем. Ничего там такого. Давай, реколь, пофиг. Давай. Ну, по-моему, нет. Я... Жесть, иллюзия. Это настоящий. Нет, это был не настоящий. Да дай мне хоть кого-нибудь. Жесть, непонятно вообще, я не вижу настоящего. Я думал, тот настоящий, который пошел отдельно. Ты пачка нужна тебе? Возьми подарок. Подарок есть. Будет хорошо, когда у тебя 16-й будет. Там Патмам, онлайн, да? Ару. Не, не это я. У меня дагер КД. А если там вард? Такой ТП, знаешь. Ничего, придется рисковать. Правильно, правильно. Хорошо. Хорошо. Блин, это будет тяжело. При том, что попыток вообще почти нету у нас. Там фантом и минус один игрок. Вот еще. Вот такие обстоятельства усложняющие. Ну да. Фантом, так, давай фантом, я на базу иду. Давай. Базу иду. И не вроде стоит. Риколь. Блин, отличный, идеальный был момент. Да я не могу 4 секунды отсчитать корректно, понимаешь? Потому что там же нужно еще отсчитывать время твоего хука, чтобы он примерно наполовину разделился. Это ж вообще, да, жопа. Тяжело. Это ну, был один из самых удобных моментов. Ну да, тяжело. Тяжеловато, дядь, тоже. Ну было бы хотя бы 5 секунд, 5 секунд чуть полегче. Да ну нафиг. Ладно, я ТП на базу делаю. Прикольнишь меня. Дал. Если что. Давай, пробуем. Давай. А, блин, да тут не в кого. Да. Ну, сейчас получше по таймингу было, но... К сожалению. Должна быть очень лютая... Не знаю. Визю от. Я сейчас на базу улечу опять. А я по регеню. Можно было бы, знаешь как, обузить это. Ну, типа, это плюс один игрок нужен был бы, да? С кункой образно, чтобы он меня сразу возвращал. Но это... Прям... А может и врагов накрыть садить, а они будут точно вот на том месте, где надо. Допустим, и ты хукаешь туда. Ну да, да, да. То есть там уже ты должен будешь стоять, правильно? То есть, ну тут можно это улучшать, но это слишком заморочисто. Рикольни, пробуй. Что-нибудь там хукану. Ну-ка, вот так. О, видел? Вот почти, почти, да. Вот сейчас уже so close было. Вот так и будем делать. Я Юл куплю, короче, типа МС-ово буду одеваться. Чтобы быстренько до базы добежать. У меня уже почти и тревел есть. На топе суета. На топ стянешься чуть-чуть? Я люблю. Хорошо.
Хорошо, я уже почти на базе. Я уже, в принципе, на базе. Риколь, да, давай? Вот, Патма. Вот так вот. Уай, вообще рядом. Да почему у меня герой... Да у меня ничего не жмется. Что это такое? Лемира нет. Да я разнесу их нафиг. У меня, я тебе говорю, у меня ничего не жмется кнопками. О боги. Но Лемир. О боги, он что от меня хочет на фонтан? Это жесть какая-то. Они дальше идут. Я на базу ТП даю. Я вот, у меня, честно, лютый интерес именно вот так похукать. Даже нет интереса их пытаться убивать там или еще что-то. Так, ну что, ты пошел на чек, я бегу, да? Я бегу. Давай, хорошо. Давай. А Вавард, возможно, там будет. Вавард. Че? У меня 16 сейчас будет. О, 3 секунды, да? Смотри, 3 хорошо, секунды. Хорошо. Я поймал. Давай. Если что, я готов. Пробуем. Поймал. Я вижу, вижу. Бегу, бегу. С 3 секундами намного легче. Делаю ТП на базу. 3 секунды отточен. Давай, если что, готов. Готов. Сейчас они появятся. Да они там в ХГ стоят. Рыболовные снасти раскинуты. Кидаю. Смотри, этот стоит. Ай, жесть. Мне там еще главное не прогулять момент, когда... Да ты достал. У меня хук в КД. Хук в КД. Я 12 секунд на базу отлечу. Не буду хукать. Сейчас на базу ТП дам. Давай. Даю, 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 даю. Хорошо. Прикольно. Готов? Да. Смотри, я вот прямо отсюда. Да, ё-моё. Нет. Нет, я в тайминге просрался сейчас. Опять. Так меня глиммер иногда помогает, иногда прям подруинивает. Лок бай-бэк. Я понял. Там все к тебе сейчас придут. Я юльнусь. О-о-о, ну это все, это конечно. Вечные станы. Жесть, клок еще очень напрягает. Блин, на самом деле, если мы сейчас продолжим делать то, что мы сейчас сделаем, мы проиграем, скорее всего. Я не могу, блин, с этими стаймингами... Я не могу, что 4, что 3. Но 3 намного легче. Просто там вообще, там на заморочке. Я еще стараюсь посмотреть на карту, как ты стоишь. Слишком очень много таких АПМ моментов. То есть если ты стоишь где-то здесь, где-то здесь, а они стоят вот здесь, то мне примерно и нужно по такой траектории вот здесь хукать, понимаешь? То есть вот так вот тоже вот вниз как-то, понимаешь? То есть вот этот момент. Я стараюсь еще по карте, это слишком такое, ну тяжеленько. Мозгами тяжело это уловить. Такое. Но получится в любом случае, надо пробовать. Не все просто так у нас. Опа. Заказ, мадам. Принимай. Ой, хорош, как цемка раскидала, да? Молодец. И тиник-то даже. Хе-хей, бро. Тиник, наверное, по тебе плачет. Пойдем мид сломаем. А, давай. Давайте мид сломаем. Меня рекольнишь, если что, я рекольнишь? Попробую хукать. Ага. Да-да-да-да. Угу. Только вне в кого. Иди прям на ХГ. Сейчас? Да иди прям на ХГ и... 3. Вот это настоящий, что, пуша. Вот этот. Боковой. Хорош. Я захилю вот. Да, спасибо. Могу а, еще раз, спасибо. Слышишь? Давай, попробую. Спасибо. И спасибо. Приколи, если чё. Поехали. 2, 3. Вай, да блин. Что такое-то?
Это настоящий, по-моему. Очень жирный. Либо это допель, либо это настоящий. Настоящий, хорошо. Хорошо. Блин, ну... близко. Блин, очень. Даггер. У меня есть даггер. Я могу сейчас более удобно как-то прыгать прямо перед твоим хуком. Смотри, чтобы ты понимал, объясню тему еще раз. Нам нужно, чтобы хуки были либо вот такие ровные, понял? Вот, ровно. Да. Либо вот, вот такой вот ровный вверх, понял? Мне намного легче так хукать будет. ТП на базу делаю. Опа, так, не умрешь, не умрешь, нормально. Рекол? Да, давай пробовать. Три. Понял? Либо вправо, либо вверх. Вот так намного легче будет. Хорошо? Так, а мне же аганим дали, я думаю, что так хорошо дамажу. Уходим. Уходим, дядь. Пойдет. Вот тут клок. Кок. Кок. Так, я на базу пешком, рекольнейше, если что. Блин, там вообще такие хуки рядом, да, чисто. Но на самом деле очень и на везение, и... такое тяжеленькое. Тяжеленькая тема, реально. Если кто-то думает, что это легко, это на самом деле реально нелегко. Это очень тяжелая тема. Алипа тьма. Давай, пробуем. Блин, она... сейчас она покажется. Ага, вижу. Так, в бок буду хукать. Я, если честно... Ты меня хуканул. Тебя? Я хуканул. Блин, я, если честно, понял, короче, я за курой следил, прогулял когда-то реколнул. Поэтому тайминг отсчитал кривой. Ну, тебя выхукал, окей. Слушай, ну хоть кого-то мы здесь хуканули, правильно? Давай считать. Крипа, тебя. Давай, кто дальше? Вон еще потом. А, ушла. Реколой в наглую, я на базе уже. А у меня попали. Ладно, я тебе реколую. Для тебя, до тебя. Два, три. Опа, вот это хучок. Дядь, кушай, вкусная. Це мемка, давай души, дядь. Мемка? Ай, мемка. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вкусно. На самом деле, если б не цемемка, мы, мне кажется, проигрывали бы все драки. Да, на своем ультом решала. Решала. Реколой. Решала. Не работа. А в кого реколой? Да пофиг вообще, просто. Я даже так попасть не могу. Блин, это очень тяжело. Это один из самых тяжелых видосов, на самом деле. О, слышь, а можно под, это, под тайминг? Да, под тайминг колодца. Но это прикинь еще сколько таймингов дополнительно. Ну я сейчас на базу тогда. 12 секунд. Тебя по регеню. Понял, если ты встанешь ровно прямо и я вверх просто хукану, то будет намного легче. Вот так, да? Типа вот так. Да, вот что я именно вот... нет, просто смотри, по траектории героя ты должен стоять, ну именно по его линии. Вот. 5 вот. Секунд. Давай, реколы. Что там происходит? А, не нажалось, ё-моё. Я стою. Я нажал, думал. Я думаю, почему ты не появляешься? Ладно. Я, короче, понял, смотрю, там лютая толпа какая-то избивает котла, походу. И такой, я жду рекол, а такой, стою АФКшу. Это байбек, это надо срочно. Ну, рекол, если что, жмакай. Жмакай, если что. Так, вот тени. Блин, ну тут такая толпа тут. Да, типа без шансов, мне кажется. Так куда ты идешь, дядь? Сиула, дай добью. Сиула, дай добью. Блин, но первая катка. Ну давай пробуем еще. Прикол. Приколы. Угу. Да ё-моё, видел, как он криво полетел? Все, я на базу побежал. Очень, на самом деле, такая задача не из легких. Один раз только, и то крипа выхукали, да?
Скрипай меня. Зачем алхимик стоит, бьет просто этот тавр, который мне нужен? Жестко. Давай еще раз. Если что, я ready. Let's go. Давай. Опять меня. Лап. Ой-ой-ой, бро. Лап, точка 2.0. Давай, я ТП на базу сделаю. Рекол сразу жмакай. Жмакай, да. НЦМ-ка так не вовремя резалась, если бы ты это видел. Дай мне забрать что-нибудь. Я не буду атаковать, дядь. Не буду. Давай. Я отошел. Пусть дефают. На базу добегу. На базу добегу. Живой ты там? Я, походу, сейчас умру, вон там. Блин, это печально. Дагер, ой, не успеваешь. Ну все, ГГ там. И жест. Блин, но понял, да, что задача не из легких уже? Чувствуешь? Да, блин, если вообще не невозможно. Почему? Возможно, дело шанса, момент. Еще надо же на базе, короче, чтобы никто не резнулся. Мне, короче, понял, мне нужно хукать. Вот смотри, на базе на меня. Либо вот так вот ровно, понял? Но тебе нужно тогда стоять образно, смотри. Если... Если вот герой вражеский, то ты должен стоять вот так вот. Вот, вот. Понял? Ну, как и ты, да? Либо вот-вот здесь вот. Чтобы я хукал вот так вот, понял? То есть я на базе так хукаю, и ты стоишь так, чтобы хук вылетал через тебя и шел наверх. То есть я могу балансить только лево-право, это будет намного легче. Ну, очень криво будет получаться, если я буду хукать вот так вот как-то наверх, да, понял? Потому что тебе нужно будет тогда и стоять именно под таким углом. Это очень тяжело на самом деле. Понимание, самые легкие хуки это боковые. То есть право-лево, вверх-вниз. Но и тебе нужно стоять. Вот, допустим, алхимик, да, вот как стоит, и ты так стоишь. И я на базе влево, допустим, хукаю. Тут такая вот сообща работа. Довольно-таки тяжелая. Сейчас попробуем еще. Попробуем еще. Да, ребят, это на самом деле не из легких задач. Я знал, что это будет один из самых веселых и тяжелых видосов. Но, тем не менее, мы пробуем, пробуем. Главное пробовать, это уже какой-то успех. Первая игра у нас будет такая. А там посмотрим, за сколько игр получится добиться успеха. Я тебя релокетаю. Раз, два, три. Вай, да почти. Что ж такое? Эй, вообще жесть. Еще раз, сейчас хук, КД. Я готов. Сейчас будет релокет. Готов? Угу. Подожди, тут никого. Бегу, бегу, бегу. ЦМ-ка ворвалась там. Даю. Кого забрал? ЦМ-ку забрал на базу. ЦМ-ку. Блин, ну вот почему союзники, да? Надо ж врагов забирать. Ну да, я чисто когда по прямой иду. Так легче, да, да. Так легче, дядь. Когда именно прямые такие. Я иду уже на базе почти. Я уже на базе почти. Там вон пацаны выходят, да, по кайфу. Релокейте. Я опыт поставлю, он оставлю. Релокейтую. Два, три. Хук. Да, я не успел или успел? Я на базу ТП даю. Ты живой? Все, уходи. Я сейчас еще раз. Давай еще раз сходу релокейт. Два, три, сюда. О! Есть! На базу! Я хорош! Бой. Хотя бы разочек, да? Шо-то. Есть, шо-то! На вставочку, дядь. Вот я же говорил, получится, надо пробовать. Вот оно чё. Хорош. Главное, мотивацию. Мотивацию надо поднять. Мышцы вот эти видишь, у тебя никогда не будет, если мотивации. Все. Хорошо. Главное, мышцы пробовать. Вот ой, жесть. Так, ну я уже почти на базе.
Немножко настроение упало, но когда вот это получилось, получилось, да? Настроение поднялось. Хорошо. Когда получилось, получилось. Получилось. Получается, получилось. Получается, получилось. Хорошо. Так. Я могу гем взять по приколу чисто. Хочешь прикол? Прикол не надо. Не надо прикол. Я могу ливнуть по приколу. Давай, релокейт, жми. Подожди, а я кого за релокейт? Бару. Он появился рядом с тобой. Я понял. Я понял. Я будет еще. Давай. Если что, I'm ready. Так, я там мимо кого-то прошел, я его поставлю пока. Mm-hmm. Хорошо. Вон, на миду Хускара допустим вывели. Там на мид они сейчас все стянутся. Ну смотри, мы они под... Да блин, этот Хускар не нужен. Мешается под ногами, да? Так, я если что готов. Давай, я иду, просто не могу подойти нормально. Да просто на пофиг, дядь. Что получится, не получится. Ну ладно. Так. Никого. О, окей, на базу ТП даю. Хорош. Сейчас КД. Готов. Сейчас будет. Кидаю. Смотри, есть еще рожка, сейчас возможность. Ой, жесть. Опять чуть Сэмку не попал, дядь. То есть вообще... А, у него пайп на лице. А, на меня тут Квок сидит. И Фантом. Убьют сейчас. Дядь, я иду. Но не факт, что успею. Умер. Э, суету устроим, еще Пуджей поднимем, давай. Хорош. Так, ну блин, хотя бы разочек уже хорошо. Там знаешь, нужно как договариваться. Как-то, чтобы ты говорил, либо лево, там право, низ, вверх, что-то такое. Как бы я хотя бы что-то... Давай, чтобы ты не смотрел, да. Да, я получается, мечусь между двумя вот этими полями, да, что вот мне нужно и там подсмотреть, и там. Биполярочкой своей, что ли? Нет, нет. Пусть дефует. Еще разочек попробую. Ладно, ГГ, первая катка у нас хотя бы с каким-то результатом. Это уже хорошо, ребята. Это уже хорошо, что какой-то хотя бы результат есть. Антонио, погнали еще одну сыграем, я так думаю, да? Давай, рекай. И это, в принципе, реально. Сейчас мы это, в принципе, доказали. Но нужно побольше момент. Поехали. Так, ну что, ребята, у нас некстовая игра уже началась. Антонио тоже заряжен. Мы воодушевлены тем моментом, что... У нас получился один раз. Получился один раз этот момент. И я надеюсь, он будет получаться. Будет получаться эта тема чаще. И будем сейчас пробовать. Некстовая игра у нас на заряде. Посмотрим, сколько у нас получится этих моментов. Сколько у нас этих моментов получится. Так, и, наверное, начнем. Так, окей. Так что, мне куру забрать у всех? Да, давай. Забирай. Давай. Давай. Пока ребята там пытаются выяснить, настоящий это хрен или нет, ребятки, обязательно сверните, поставьте лайк за старание, ну и, конечно же, подпишитесь на YouTube канал. Не забывайте поддерживать, ребята. Будет очень приятно, если будете поддерживать. Блин, Рики взяли. А прикинь, если случайно хуканул и в Рикимару попал. Шанс стопроцентный, вообще везение. Бинго, 3 семерки. Ну, это бан. Это бан, да, МХ. Ну, будем пробовать, будем пробовать. Будем пробовать. Опять Тиников взяли, там, Инвокер. Тиник, Инвокера я должен в миду задушить, там. 0-3 хотя бы где-то у него должно быть. Хотя, если Тини пойдет в мид, немного опять тяжело будет. Посмотрим, какой Тини, опять-таки. Моменты нужно будет ловить. Кто больше ошибается, так и легче. Хорошо. Как тебе вообще задумка видоса? Блин, трудно реализуемая, но очень вознаграждаемая в случае успеха. Да, надо да. Очень-очень крутая тема, причем она рабочая. Реально, это очень пушечно. Очень пушечно. Если это получится, то там за игру 3-4 раза. Это очень круто, реально. Очень круто.
Что, ждем Аганима. Там как это, 7-й левел у меня будет, я там на базу образно пойду там, да, там что-нибудь такое можно будет сделать. Типа попрошу там, ну что ты там, как ты там? А ты там скажешь, ну хорошо я там, нормально там. И все, и начинаю. Да, как пожелаешь. Опять эти задроты на тиниках. Ух ты, аваланч мне попал, хорошо. Че говоришь? Алхимик будет опять страдать, там один, читай. Понял. О, у меня соло нафиг. Тиник почему-то не захотел идти. Вернее, не Тиник, а этот. Так, ну Тини я походу заберу сейчас. Так, хил у меня есть, можно будет разменять. Что? Хорошо. Пойдет. Отлично. Отлично. И не успеваю. Блин, если бы успел сюда зайти, я не факт, что вывез бы. Потма решила мид, короче, пойти встать. Потме чуть полегче, у нее прыжок. Это только если я ее поймаю. Будет тогда полегче. Как думаешь, получится в этой катке хоть разочек? Я думаю, да. Потому что мы сейчас что-то до себя подчеркнули. Да, какие-то и... моментики. Какие-то моментики уже будем знать, понимать. Хорошо. Какие-то себе уже фишечки взяли на вооружение. Соответственно, будем сейчас это все пробовать. Будем пробовать. Бесполезные иллюзии. Лучше б монеточку какую-нибудь. Ну, алхимик внизу, там монетка, по идее. Заберет. Тини там должен был уйти, да, дядь. Батлышку фармим. Спокойненько. Первая игра, конечно, у меня тяжелая была тем, что я не раскликанный нифига. Нифига не раскликанный. Сейчас чуть полегче должно идти, потому что... Как-никак, видосики-то я пишу наперед, праздники. Прошли. Немного тяжеловато пока. Только 2 дня не играл, и садишься играть. Сразу, так сказать, в боевые моменты. Тяжеловато немножко. Главное, чтобы видос был сам по себе фановый. Иначе какой смысл его писать? Снайпер там летающий. Нифига там Тиник нормально, да, подкинуло? Ох, ты там задуваешь. И честь себе, дядя. Дядя, ну что ты стоишь так? Снайпер это вообще такая кормушка же есть. Хорошо. Ребята, не забывайте подписаться на YouTube канал. Буду очень признателен, если будете поддерживать наш контент, именно наш контент, мой контент, да, который мы пишем с Антонио, который я монтирую, который я делаю. И, так сказать, первая дота еще, можно сказать, в принципе, на каких-то таких фановых видосах и может еще держаться. Поэтому, ребятки, не забывайте поддерживать, это очень важно. Вы можете посмотреть какие-то там игры, да, обычные там какие-то турниры и прочую всякую тему, но такой контент только на моем канале. Вот по факту, реально. Поэтому не забывайте поддерживать, тоже очень приятно, если хотя бы как-то какая-то поддержка идет. С вашей стороны хотя бы лайк, там, не знаю, подписка, чтобы канал рос, чтобы больше привлекать ребят, которые когда-то в это играли. Поэтому не забывайте. Будет очень приятно. Так, ну у меня фарм... Так, будет тавр бить меня, да? Понял. Отступаем. Ракеты готовы. Ух, у него соло ринг там оказывается. Соло ринг. Соло ринг. Так, куры реюзнули, да? Понял. Нам не надо. Давай, давай, надо, надо. Это деду надо. Да я чуть... Я, короче, дропаю транквилы, чтобы подобивать. А Тиник кидается какашками.
Потому кинул меня, я успел только транквилу поднять. Чуть не прогулял. Да-да-да, я видел. Я рьюзнул уже. Очень нужно. Хорошо. Так, у меня 7-й левел. Что там у тебя? Если что, у тебя 6-й почти есть, да? Ну, буквально есть. Я иду на базу, если что, релокейтнешь меня. Там тиник вон на топ, сейчас как раз экспу поднимешь. Хорошо. И мотивацию поднимешь. Я все понял. Так, есть. 6-й левел есть. Да, я понял. И давай попробуем, ты там ровненько встанешь как. Все. Так, я буду по прямой постараюсь. Поехали? Да, давай, скажи, куда ходить. Не, подожди, бок влево, бок влево. А, я тайминг не отчитал. Вроде 5 секунд отсчитывал и нифига не отчитал, дядь. Ну, можем еще раз попробовать. Я телепорт могу сделать. Давай, у меня есть. Ну, только... Оппонентов. Оппонентов, да, нету в этом дело. Поэтому, может, и нет смысла. Тогда ты пошусь. Успеваем? Да, успеваем. Хорошо. Давай, я в наглую пойду. Давай. Право. Сейчас будет тебе сюрприз, дядь. Сюрприз. Прилетел, чувак. Надоело это уже. Ну, в этот момент все время кто-то на базе стоит. Да он реснулся, дядь, а ты ж просто машинально кидаешь и все. Ну, конечно. Видишь, сложности какие, да? Так вот и живем, дядь. Ну, ничего, нормально, Антох, нормально. Это все издержки наших профессий, так скажем, данной игры, и это нормально. Ошибаться это нормально, без ошибок нету никаких результатов, дядь. Без ошибок только Папич играет. Ну, не сказать, конечно. Так, убью тиника, будет хорошо. Не убью, лох. Где-то примерно вот отсюда сюда будет. Лох. Постой там в загоне, подумай о хорошем поведении. Ух ты, смотри, кушает веточку. Ля ты какой. L9 ты крыса. L9 ты крыса. Что? А, типа, ля, ты крыса, да? Ах ты, Коко Джумба. Так, у тебя Коко форма есть, это. Я смотрю, да? Да, есть. Коко Джумба есть. Коко Джумба. Ну, я пойду в наглую. Подсолью хп, если не заберем. И на базу телепорт. Ну, почти. Почти попал. Свежее мясо! Че там, рунка, да? Рунба моя. Я заберу ее. Там нанизу какая-то вакханалия опять у алхимика. Его насилуют. У нас и помочь даже никто не может. Я могу только чисто вора откусывать. Понятно дело, дядька. Так, я, наверное, сейчас на базу ТП дам. На базу ТП даю. Опа, инвокер. Я стал алакрити включу, ты мне кубик. Давай, если что, попробуем. Так, ты там? Опять там кто-то стоит рядом с тобой, боже, свали. Давай. Подожди, я никого не вижу. Вот я бегу на мид. Угу. Меня попнул. Релокейтую тебя. Вверх. Да ё-моё, я не могу, вроде раз, два, три, четыре уже надо хукать, а там еще 2 секунды запасом. Как я считаю, я не понимаю. Что не так с моими головами? Один, два, три, четыре. Четыре, когда уже надо хукать. Шесть, какая-то бредятина, я не понимаю. Там еще, понимаешь, эффект, я начинаю с какого момента эффекта это считать? С каких секунд считается телепорт? С момента появления вот этих, да, эффектов или вообще? Так, ну мне опять, кажется, походу, в S4. Жесть, опять против 4 играть будем. Блин, чё ж не в нашей команде, да, а во вражеской? Ёна... ОУЛВЛ.
В игре сидит. Странно, может отлагает. Я надеюсь, отлагает, потому что... Опять минус цель, но это неинтересно, можно. Не знаю, так с ума сойти можно. Жесть. Блин, тяжело с этими таймингами все равно. Как обычно в комментариях напишут, эти лох тайминг не можешь, ты слабый. Вот это самое смешное. А ты попробуй. А ты попробуй, да? Это не так уж и легко на самом деле, когда тебе нужно все учитывать. А ну, малыш, давай. Попробуй подсчитай. Тайминг, 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 тайминг на пульте. Слови. Йонко у Ильвиэль, дядь, отлагивай. Ну что за дела? Опять против четверых? Да так неинтересно. Ну ладно, если три раза на хуки ставим, то... Интересно. То контент защита. Кикаем, пофиг. Пофиг тогда. Главное три раза попасть. Я сейчас даггер выформлю. Ты, смотри, Кайро. Вард, как обычно, хрен задынаешь. Такой, прям как будто Софию кормлю. Она рот открывает, чтобы покормиться. Так, там Рики еще, прикинь, минус цель. О, бро. Ну что ж это такое-то? Прикинь, Рикимару, ё-моё. Я знаю, что ты тут не один, еще Рики тут под ногами. А ну, малыш, давай. Рикимару, зазывай. Алхимик бабах. Оп, еще и Ару туда же. Без маны останется, дядь. Угу. Там еще Рики. Он за мной, скорее всего. Хорошо. Нормально. Закомбинили. Так, у тебя там уже все есть, но я ману солью, если что, на базу полечу. Хорошо. Что там, за руной идешь, что ли? Вот ты, бабуля. Вокер лоу хэповый стоит. У меня даггер есть. Хорошо. Змеиный улов. Так, где? Где вы? Ну, все на телепортах уходят. И под мату даже, смотри какая. Смотри как. Монолик есть? Ой, хорош. Блин, заката успела залезть. Блин, продамажил, но... У меня проблемы. Ладно, попробуем мансануть. Оп, хорош. О, здорово. Найс, мансанул. Попробуем, говорит, мансануть. Типа, слева вообще никого не ожидал увидеть. Даже не смотрел на карту. Смотрел за кдшкой даггера, чтобы не попасть в этот. Ну ладно, не суть. Ай, что такое, да? Зато все это время снайпер под этим стоял, под тавером. Наблюдал, корм кушал. Он ушел за железные горы. Жесть, конечно, дотка у нас сегодня. Блин, Рики, Патма, такие герои не в тему вообще. Так, у тебя форма есть, да, если что? Нет. Нету, да? Ладно, тогда в тупую полечу. Драться. Если что, потом. Тупо. На базу сбегаю. Я умер. Хорошо. Инвокер тут еще. Эй, крипы не в тему, да? О, найс. А ё-моё. Ара улетит. Ну, блин, опять такая же, да, походу, кривая игра будет. Жесть. Оппоненты, по крайней мере, вместе держатся. Еще и Тини, прикинь, инвиз делает. Да, блин, Легион нужен нам, на самом деле. Легион фармит, он...
не знает, что нужно дуэльки собирать. Там, смотри, тебе Аганим готов уже, давай пробовать. Я его встречу. Иди, встречай его и будем пытаться что-то. Рики на меду масочку купил, надевайте. И я, если что, рез. И можно пробовать. Сколько там? 4 секунды. Ай, подожди, 5 секунд релокейта. Все, хорошо. 5 секунд релокейта. Как будто, блин, мозги отшибает, когда начинаешь считать. Пойдем, вон, в лесу кто-то фармит. Финик. Mm-hmm. Ну ладно, типа, главное, чтобы... Если что, говори там, когда что. Попробую сейчас найти что-нибудь. Тиник, тут потма еще была. Тиник уходит на базу. Давай потму попробуем. Говори, когда. Вниз, попробуй вниз. Ну нет. Вот, нет, никого не было, но попали бы. А если попробовать как-то в лотаре? Ну, тебя видно будет телепорт в этом дело. Телепорт видно будет. Стреляй в эту крысу! Смотри, спрятался он, крысенок. Чищ? Еф-еф. Не фиф. Там тавр все еще стоит. Это удивительно просто уже. Да. Еще удивительно, что Тиник дамажить начинает там всех. Это удивительно, действительно. Пойдем вот сюда. Let's go. Попробуем сейчас кого-нибудь забрать здесь. Потму, может, там. Главное, монолики кинь, чтобы она стояла, если что, на месте. Я ее укушу, она прыгнет, если что. Конечно, под тэшку прыгать, дядь. Нужная вещь. Молодец. Я вот даже представляю, как он там сидит. Е-е-е-е-е-е-е, вот так вот клацает. Е-е-е-е-е-е. Чисто, чтобы лишь бы там не погибнуть. Что там, у тени команды нет, но вы держитесь, да? Фармит, смотри, на все бабки. Хорошо. Мне, ну смотри сам, короче, у меня форма всегда. Форма без КД, да? Ну, сейчас... Я руну возьму. Можно пробовать. Чем больше моментов, тем лучше. Давай, я на базу ТП даю. Попробуем сейчас. Летишь? Сколько там? Все, я релкит у тебя. Давай, раз. Давай влево. Два. Нет, вверх, 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 вверх. Ох! Хорош! Я еще не тупо вверх, а лево вверх кинул, дядь. 16-я минута. Первый результат есть, дядь. Хорош. Красава. Изи, кстати. Когда потели там две игры, сделали за две игры два момента. Изи, кстати. О, жесть, это настоящие эмоции, дядь. Кайф. Главное, изи. Написать изи самое главное. Стацк, стацк, сделай пацану стацк. А то он тебе бан даст. Мне кажется, уже... Хотя нет, успеешь. 5. Так, я, если что, готов. Стацк. Анстак. Мстуцк. Я на созвоне, если что, дядь. Я юл сделаю первым артефактом. Пижон. Хорош. Никого не вижу, кстати. На меду. А, теперь вижу. Стони гиант. О, я на меду все. Релокейте. Релокейте. Давай вверх, в инвокера. Тайминг говно был, сори. Я в инвизе убегу. Ой, хорош. Хорош, захилил, дядь, четенько. Ой, я хотел силу собрать с него, а получилось, что ничего не собрал. Так, я на базу могу ТП дать. У тебя же релокейт есть. Хорошо. Давай, давай, монолик. Да. Если что, релокейте, дядь. Юзы. Блин, они убьют его. Смотри, он тут стоит. Давай вниз, 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 вниз. Я влево хуканул уже. Блин, надо было вниз.
Я просто поздновато так, знаешь, когда там уже тайминг подходит. Ну ладно, нормально, нормально, дядь, ничего страшного. Знаешь такое, да. Нормально, дядь. Так, окей. Куда с Чикином полетело? Hand of Midas, Yule Scepter вот эти. Да, я вот так сделаю. Это у кого там сюда? Midas? Ре, Midas. Ре. Я бегу на базу. Можно сейчас по КД, кстати, пробовать, я думаю. Должно получаться. Блин, тут еще... Ладно. Смотри, прокачиваю форму. 3 секунды. Подожди. 4 секунды. Хорошо. Хорошо, 4 секунды, дядь. Подлышку в помойку. Вот это вот так. Если что, я готов. Я готов. Так, блин, тут тяжело. Тяжеловато, да. Тяжеловато. Там по лесу гоняют. Давай я вниз телепортнусь. Давай. Там попробуем. Вон, Рики на лайн идет. Тут можно будет прямой хук под ласт хит вот этого. Прямой наверх, да? Под ласт хит деда. Смотри, не было... О! А он меня... Релокейтись. Давай вправо. Понял. Блин. Я, короче, 5 секунд начал отсчитывать. Блин, дядя... очень хороший момент был. Да, сори, дядь. Там прям две цели было. Да. Да, я начал 5 секунд отсчитывать, короче, и за тобой еще слежу, куда там, чего, влево, вправо. Короче, жесть. Нужно нам как-то все равно более хладнокровно. Я типа, чисто, знаешь, жопа горит. Хочется, очень хочется. А нормально все, спокойно, чил. Чил, мэн. Сердце начинает болеть, ты не представляешь даже. Сердце болит. Так, ну у тебя ТП КД будет, да? Да, будет КД. Ну, думаю, немного будет там, секунд 10 еще. А, нет. А, есть. Да. Ну все, лети там куда-нибудь. Я подожду. Все, релокейт. На низ. Давай. Я, если что, ready. I'm prepared. Жалко, нету этого вижена. Он на Медуане. Но я думаю, они сейчас придут по-любому. Кто-то, Рики там какой-нибудь все равно. Но Рики такая себе цель. Не видно нифига его. А, за тобой а идет вот, дядь. Вот. Релокейте. Давай вверх. Вверх него. Почти. Вот ты посмотри, о, какой. Отпрыгнул, успел. Но и там прыгнул. Типа... Пойдет, отходим. Вот здесь поставишь? Петровые лабы. Да у меня ТП-шки пофиг. Смотри, бежит. Ну ладно, давай. Тебе сбил ТП. Я понял. Но они за мной теперь побегут, наверное, да? У меня Юла есть, что? Я им промахи дам. Ну, смотри, я еще живой. Да что за деды летающие, санстрайки? Что за фигня? Ты видал вообще это? Что происходит? Что за фигня? Ля ты, Курочкин. Он в лотаре там, в инвизе стоит. У него нет туда герой, если что. Ай-яй-яй, дети. Нормально. Кстати, вообще хороший вариант был попытаться на базу его откинуть. Чё-то я тупанул. Ну ладно, у меня ТП-шка все равно КД, дядь. Пойду на базу. Да дай купи ТП, ты ё-моё. Нажимаю на магазин, 3 раза магазин закрыт был. Выходной, походу. Праздники! Жесть! Блин, это очень тяжело. Реально, не изи. Реально не изи. Так, я на базе уже. Я на базе. 4 секунды, да, правильно? 4 секунды. Я могу тревел собрать. Золотишко не прогуливать.
4 секунды золотишко не прогуливать. Require my systems. Угу. Ну, где вы? Сейчас посмотрим. Посмотрим. Центричкок. Опа! А это что такое? Смотри, какое. Депортируйте. Давай. Куда-нибудь вправо. Я опять тайминг не отсчитал. Я 3 секунды отсчитал почему-то. Блин, и сейчас знаешь, в чем прикол? Время поворота. Я стараюсь выставить персонажа, чтобы не терять ни секунды, понял? На прыжок. Ну, на хук. И получается, из-за этого тоже теряю очень много тайминга. Очень много. Очень много теряю. Но я, если что, на стреме стою. На стреме. Сюрстрёмен, ты. Ой, бро, это жесть. Это тяжело. Это тяжело. Чё, на ХГ будешь пытаться там? Отстаю тут. Кто-нибудь да выйдет. А, там эхо пишут. Вон, инвокер стоит какой-то. Какой-то инвокер. Давай так, тпхни, я наверх там что-то. Пукану. Опа, смотри, меняй прокат. Я тебя ТП. Вверх, вверх. Опа, ну почти, почти. Еще разочек можем. Рыболовные снасти. Раскидываем рыболовные снасти. Я готов. Всем снастей. Тиник идет, Лотар зашел. Убегай, 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 убегай. Не ага, он не пошел к тебе. А, вот он, я тебе инвокер. Куда хочешь, тут много целей. Ну, ты же знаешь, что я не попаду все равно. Ты же знаешь, что я все равно не попаду, дядь. Куда хочешь, говори. Ты понимаешь. Ты же понимаешь, что я не попаду. Блин. Все понимаешь. Все понимаешь. Но два момента за игры, за две игры, дядь, это что-то как-то... Вот пять бы за игру, вот это круто. Но я думаю, тут нужна лютая сноровка все-таки какая-то. Чтобы именно прям отточено, знаешь, и тайминг, и все. Но в тайминг, видишь, тут тайминг, я пытаюсь много чего учитывать. Я могу типа в тупую стоять в одно место хукать, ничего не учитывать, тогда будет тайминг нормальный. Но я пытаюсь и по карте отследить тоже, чтобы подхукать нормально. И это очень сильно отвлекает на самом деле. Еще ж нужно дома, когда хукаешь, не в магазин случайно нажать там, или не в круг силы, потому что он не даст хукануть. То есть тут столько всяких микро-макро моментов. Я, если что, готов, можешь что-нибудь поделать. Да, я бегу. Да, бегу. Я бегу. Я тоже. Я тоже. Пробуем потом. Давай. Давай вправо. Вай же есть. Тиника укушу. Юл. Хороший, я успел. Да что ж там этот... Рики Мартин. Да, рассчитываю на прыжок, а он не прыгает специально, ждет тоже. Тоже ждет. Ага. Там вас видно. Да, я видел, видел, я поставил. Так, ну у тебя 30 секунд реса. Давай я тебе, может, что-нибудь шмоток каких-нибудь там накидаю. У тебя даггер, да? Ты нет. Пытаешься уже с даггером как-то это обузить. Там в чем прикол, дядь? Че? Ты... В упор, если прыгнешь, точно не попадем. Но я пытаюсь прыгнуть не впритык. Я пытаюсь так, чтобы, типа, ну, не знаю. По позиции по именно, да? По прямой, я понял. Да, относительно этого. Цели. Хорошо, хорошо. Ну тогда окей, окей, будем пробовать, дядь. Я тоже сижу тут с курьером, воюю, не могу артефакты собрать, блин.
Ой-ой-ой, ох, что дота. Так, ну я, если что, ready. I'm prepared. Я prepared. А ты там лисочек гонишь, нормально. Мидас надо кинуть, это святое. Мидас святое. 4 секунды отчет. Я кидаю хучок. На базу по тьму отправляй. Подписчикам счастья желай. Давай я буду прыгать так, чтобы ты вверх упал. Давай, просто вверх. Просто вверх. Пробуй. Деда. Бедный дед. Ты чё? Рики. Рики, кушаю, вкусные. О, я летающий пудж. Да ты чё, гиганты? Давай я на базу ТП даю. Давай. Я тебя сразу релокейтну. Давай. Давай вверх. Ах, не попал, дядь. Отойди, не пуш с ними. Я бегу обратно на базу. Круто сюда кунку было бы добавить, да, чтобы по КД это можно было делать. По 15, каждые 15 секунд. Да можно будет все равно доделать все. До красоты, до ума. Просто людей нету. Я, если что, ready. Не вижу никого. Так. Давай потнул тупо вправо. Давай вправо. Давай. А, ну я понял. Ты видел, да? Что там произошло? Снайпера притянул? Снайпера, да. Ясно. Уже надоело это просто. Я не смотрю на это, на колодец. А я должен стоять где-то... Я не знаю, дядь. Я должен просто стоять тоже примерно где-то в середине, потому что влево я хукануть не смогу как-то, знаешь. Ну, будет тяжеловато, могу куда-нибудь текстуру тыкнуть. Тоже тот момент. Я стараюсь где-то посередине стоять, чтобы можно было Кира скидывать именно более... Более непринужденно. Не зависящий от... В магазин нажимаешь на колодец, не можешь же хукать. Случайно в круг силы ткнул, уже хукать не можешь. В этом проблема. Я не знаю, почему. Это так странно, что я именно кидаю уже третий раз релокейт именно тогда, когда кто-то еще с тобой на базе стоит. Как будто там по полчаса они купаются, стоят. На самом деле тут один путь. Или так не везет. О, жесть. Почему тогда этого снайпера вытянуло? Я же на базу кидал. Так, ну я, если что, ready. Вон на миду, да, суета? Так, как мне нужно будет? Подожди, сейчас посмотрим. Это жестко, на самом деле. Это жестко, дядь. Они низ пошли дефить, наверное. Блин, дагер, кстати, тебе офигенно заходит. То, что нужно. То, что нужно. Ты можешь более лучше позиционку подгадать. То есть, как будто ты хукаешь. Представь, что ты хукаешь, только ровно там. О, вот он. Ну, конечно. Так, ладно, я врываюсь, дядь. Я уже минуты три стою на колодце, фкашу просто. Надо их немножко взгреть. А реально гем я хочу купить. У меня есть гемза. Вон, какашка идет. Этот конченый все время просто сидит, не вылазит. Пока я не подойду. Хорошо. Кончен буй-буй, дядь. Кимчен ты. А, подожди, не надо. Осуждаю, дядь. Ой, простите, я такие шутки обычно не говорю. Стой, иди сюда, курочкина, дурочкина. На, тебе в жопу вот это и кусь-кусь делаю. Куцбы. Куцбы. Раскидали. Но сейчас главное, чтоб Лего не запушил все, а то мы всего один момент сделали. Не пуш. Зря мы их всех кильнули. Надо было потму оставить. Чё-то я тут... Вы меня разозлилите. Я ценю. О, Лего у нас, смотри, просто ломать Лего. Дезоль, ломать. Как будто, знаешь, ради 30 ПТС жизнь вообще там.
Ой, бро, не пущ! Хорошо, есть. Я, если что, готов. Не пщу, не пщу, пишет. Как там, Мунсур картуй? Мунсур ету картуй. Мунсур етой картуй. Дядь, давай, хукай. Смотри, вон есть что-нибудь. Давай, давай. Давай, поехали. Давай, вверх, 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 вверх. Хукаю. Эх, не попадаю, дядь. Почти близко было, да? Мунсур ета картуй. Я ready, если что. Бегу. Давай опять вверх. Давай. Вверх? Угу. Господи. Я думаю, где мой релокейт? Вверх. Сижу, жду чего-то. Я буду еще раз. Давай. Релокейт. Угу. Давай вправо, вправо. Давай, только ты опять не меня, походу, релокейтишь. Когда это закончится? Да как? Это баг какой-то. Как, ты на базу кликаешь? Я на базу кликаю, я клянусь тебе. Я клянусь чем угодно. Что с этой картой? Ой, бро. Давай вверх. Ой, хорош! Выхукали, но на базе уже сдох, смотри. Да. Я тебе клянусь, я кликаю на тебя на базу. Это, походу, даже не... И мне обязательно быть на базе. Дядь, два. Давай. Я готов. Думаю, почему так слишком часто? О, справа Рики. Угу. Давай вниз, давай вниз. Вниз, давай. Вниз хукай. Ну, релокейте. Конечно, он брекла... Ой, да так хукай. Я понял, мне надо на тебя именно нажимать, переводить камеру. По-другому никак. Давай, есть вон, смотри. Давай попробуй. Давай вниз, вниз, вниз. А какой левел? 16-й апнул, дядь. Да, да. А, я забыл сказать. Я не отсчитал. Да ты чё? Да ты чё, дядь? Меня сумонить. Не надо тебя сумонить, отстань. Давай, у них там... Сейчас. Давай еще. Давай сейчас вверх. Давай. Ты готов? Да, да, да. Давай вверх. Эх, чуть-чуть вроде не попал. Еще давай. Иду на базу. Слушай, ну 2-3 раза за... Три раза за две игры уже лучше. Уже в этой катке уже два раза. Видишь как? Немножко. Приноровимся сейчас и будет хорошо. Вон как они стоят, дефят. Там, мне кажется, вообще по кайфу, дядь. Знаешь что, мне надо смок еще. Смок или болотар купить, чтобы стоять безопасно. Угу. Я иду к ним на топ. Давай. Стас, скажешь, куда там. Потма. Я нажимаю. Давай вправо. Эх. Ну это я ровно вправо давал. Да, но я думал, она отойдет все-таки. Хорошо. Я, если что, ready. Прочекаю. Так. Там, смотри, Рики встал. Давай просто попробуй сейчас на медуху конем и все. Давай вправо. Эх. No way, да? Так, я закуплюсь, бегу на базу еще раз можно. Блин, это на самом деле так, знаешь, чувствуется, что тяжело, да? Внизу. Двое. Я еще очень далеко. Я иду. Я на МС все покупаю, мне нормально будет, дядь. Вот Рики можно попробовать. Сумонь! Говори, куда? Право, 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 право. Есть. Эх. Ты понял, как оно? Вот если бы ты сейчас ниже спустился, скорее всего бы попал. Я не добежал, да. Я не добежал. Бежал. Оставь, не дефай их там. Пусть убивают. Я готов. Да. Говори только, куда. Вверх, вверх. Блин. Я не успел. Пока ты говоришь вверх-вверх, да, уже. Я уже прилетел. Так. Мне надо поближе стоять, просто я не могу сразу сказать. Ты можешь попробовать, знаешь как? Просто там 2 секунды остается, как-то
Блин, ровно что ли прыгнуть? Нет, я тебе вообще заранее прям сразу должен говорить, куда ты хукаешь. Просто да, то есть уже подготовить там как-то позицию. Вот сейчас они дефить будут, вообще идеальный момент. Я не, готов. Я сейчас прыгну, что... так что ты наверх хукал. Давай наверх, все что готов. Наверх. Нет, еще разок. Но было so close, да, по-моему? Я готов. Так, хорошо. Сейчас погодь. Угу. Так, давай, сейчас попробуй вправо. Вправо, давай попробуем. Как? Как? Блин, ну тебе походу ГГ, да, дядь? Байбек есть? Ай, байбек, дай байбек. Хорош. Я тогда на базу. У тебя тревел. Давай я тебе куплю ТПшек. Блин, Лего сломался, прикинь. У меня же тревел. Я ТП-6 на базу. Мне нечего купать. Я лечу. Всех поубил. Ну давай, пофиг, кого-нибудь своего хотя бы. Ладно. Давай вверх легиона. Почему-то не попадает, блин. Но, слушай, считай, вот два полноценных момента за две игры, это очень мало, но это работает. Это если приноровиться, если правильно все делать, если именно немножко везения, то, мне кажется, будет получаться. Как думаешь? Да, и баги вот эти исключить с телепортами еще бы укутло, да, не знаю, что да. Это было. Слушай, ну я думаю, на этом этот видос мы остановим. Это будет первый парт. Я думаю, по-любому нужно будет пробовать еще. Я думаю, ребята поддержат. Напишите обязательно в комментариях, нужно ли еще пробовать эту тему. Мне кажется, нужно. Даже я считаю, что нужно. Потому что два момента за все вот эти игры, за две игры, да, это очень мало. Но это задача не из легких. Попробуйте с друзьями, почему нет? Попробуйте, поймите, как работает эта механика. И попробуйте показать, как нужно. В случае, если мы делали сегодня как-то не так. Поэтому я считаю, что нужно попробовать будет. Антон, если да что, попробуем, ты... если что. Да, да. Ребятки, все зависит от вас. Обязательно напишите комментарий, нужно ли пробовать еще. Ну, я думаю, мы все равно будем пробовать, даже независимо от комментариев. Но поставьте лайк за наше старание. Обязательно поддержите подпиской, если не подписаны. Антонио, тебе спасибо за то, что помогал. Очень интересно, на самом деле, было. И фаново даже в какие-то моменты. Да. Хардово, конечно, но фаново. Хардово максимально, но нужно. Нужно. Такой видос был в планах, и таки настало время, когда мы его будем писать. Ну, на этом все, друзья. С вами был Ксеназос, и до скорого. Всем удачи.